13 сентября современная белорусская пионерская организация празднует свой день рождения. Практически год назад, к столетию пионерского движения, активистами столицы была заложена аллея, посвященная столетию. Ну а сегодня, в день рождения, мы решили добавить эту аллею. Уже новые информационные технологии, появилось два QR-кода, которые переводят на сайт нашей современной пионерской организации. Ну и историческую справку, которую нам готовила Белта, для того, чтобы ребята знали историю нашего движения, как оно развивалось, каким образом преобразовывалось. А современные пионеры – это активные, неравнодушные, самое главное, креативные ребята, которые любят творить, созидать, ну и, конечно, любят нашу Родину. Я уже являюсь вокалистом, я победитель многих белорусских и зарубежных конкурсов вокала, поэтому пока что мне очень нравится и, в принципе, хочу продолжать двигаться в вокале. Ну, это было бы нечестно с моей стороны не попросить тебя, как вокалиста, нам что-нибудь спеть, хоть куплет. Время бурным потоком несет славу наших великих побед и берет свою силу народ у цветущих садов мирных лет. Спасибо большое, спасибо, да, действительно бурные аплодисменты. Ну давайте, у вас есть телефон, давайте проверим, работает ли эти QR-коды? Давайте верхний. Да, действительно работает. Вот информация для вожатого, пионера, обучения и родителям. Белорусская республиканская пионерская организация празднует свой день рождения. Лучшие из лучших пионеры и октябрята приехали со всей страны в столицу, чтобы масштабно отпраздновать свой день. Одна из точек, которую посетят наши ребята, это национальный детский технопарк, где учатся лучшие из лучших гении. Признаюсь, я в первый раз нахожусь в национальном детском технопарке. Конечно, меня это все впечатляет, особенно масштабы. Хотела бы знать у наших девушек, что их удивило? Меня удивило все в этом технопарке. Тут все так красиво, современно сделано. И я очень хотела бы, чтобы во всех школах, так и в университетах было красиво. И хотели бы учиться вот в такой школе будущего? Я хотела бы тут учиться, но я еще не знаю, на кого я пойду учиться, но тут очень круто, и я бы хотела тут учиться. А откуда вы? Расскажите немножко о себе. Из Мозыря, из 9-й школы. И наша сила в чем? В том, что мы едины. Расскажи, в чем ты самый крутой и самый первый? Ну, мы участвовали в территории детства и заняли первое место. Мы выполняли разные задания, геотрекер, еще очень много интересных. Если говорить про меня, то я увлекаюсь футболом и, ну, спортом. А откуда ты приехал? Из Гродненской области. Что тебе в Минске понравилось больше всего и нравится? Куда бы ты хотел еще раз приехать? В Национальную библиотеку. А чем она тебе нравится? Там очень много книг, интересно, и вышка высоко очень, весь город просматривается. Что бы ты, как вот ответственный гражданин, молодой и юный, пожелал всем-всем своим сверстникам? Чтобы они никогда не забывали свою родину, почаще путешествовали по Беларуси, навещали другие области, потому что каждая область чем-то славится. Давай выйдем с тобой из виртуального мира. И как твое впечатление? Супер. Понравилось? Да, очень понравилось. Ну, вам сегодня такой праздник устроили, у вас сегодня день рождения. Что бы ты пожелала всем пионерам и всем октябрятам? Желаю, чтобы все были всегда счастливы, улыбались и никогда не болели.